Спасибо, Дмитрий. Значит, связь у нас есть, супер слышно. Ну, очень рад. Это самое главное, чтобы у нас была хорошая слышимость. Все очень хорошо работало, и мы с вами продуктивно поработали в ближайшие 40-45 минут. Итак, World GMN, Global Mobile Network, это самая большая возможность в мире бизнеса, это правильный момент времени, чтобы войти в этот бизнес. GMN переживает сейчас экспоненциальный рост. Это стремительный, да, переводится на русский, да, это стремительный рост сейчас компании в 100 странах мира. И мы с вами стартуем одновременно со всеми странами. Итак, GMN имеет 4 офиса в 4 странах мира. Каждый отвечает за свой сегмент. Компания зарегистрирована в Нью-Йорке, и офис находится в Нью-Йорке, на Бродвее, там является юридический адрес. Штаб-квартира находится в Италии, в Сингапуре находится технологичная база, и в Китае находится производственная тоже база. Самый высокий этический стандарт. С января 2012 года компания вошла в Сингапурскую бизнес-федерацию. И среди тысяч компаний сетевого маркетинга GMN становится одной из 200, которые входят в престижную ассоциацию Direct Selling News. Это самая высокая, самая крупная, я бы сказал, организация, контролирующая действия сетевых компаний во всем мире. То есть это действительно очень престижно. Global Mobile Network Incorporated, так зарегистрирована компания, я думаю, тоже очень, очень дерзко. Вот. Так вот, запущен процесс получения листинга на Франкфуртской фондовой бирже. То есть в самом ближайшем времени, да, в ближайшем будущем, вы будете видеть, как растет фондовый индекс нашей компании на бирже во Франкфурте. Каждый сможет наблюдать, и наша компания будет находиться среди таких компаний, как BMW, Hewlett-Packard и самых известных и крупных брендов мира. World GMN распределяет 50% от всех продаж непосредственно структурам, людям, которые продвигают наши продукты и услуги. World вкладывает в тебя и в твою организацию вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в традиционную рекламу. Да? Соответственно, это очень-очень интересно. Рынок мобильных телекоммуникаций – самый большой и процветающий рынок в мире. Он больше, чем рынок нефти. Вы бы хотели получать доход от 5 миллиардов людей на планете, которые ежедневно пользуются мобильными устройствами. Так вот, World GMN – это первая компания сетевого маркетинга в мобильной индустрии. Тенденция такова, что сегодня настолько быстро развиваются технологии, и вы видите, как карманные компьютеры и смартфоны, да, планшеты настолько быстро вошли в нашу жизнь, что их стоимость сегодня составляет так же, как и обычные мобильные телефоны. Вы видите, что продается уже 70% смартфонов, да, уже меньше продается телефонов, все больше людей покупают уже не компьютеры, берут ноутбуки, берут планшеты, то есть все становится мобильным. Вы видите, там, где бы человек, да, не ехал, в машине, в автобусе, вы видите, они открывают свои компьютеры, планшеты, телефоны, то есть все пытаются с кем-то общаться, да, то есть все больше и больше происходит вот этого трафика, да, миллиарды СМС, миллиарды телефонных звонков, используют миллион приложений. Приложение – это программа, которая устанавливается на ваш смартфон, да, и это действительно огромный-огромный рынок, и доход составляет миллиарды долларов. Что предоставляет компания? Это платформа электронной коммерции и бизнес-инструменты, которые позволят качественно изменить свою жизнь благодаря надежному и высокотехнологичным продуктам и услугам компании. По сути, мы с вами становимся франчайзинг-партнерами. Да? Чтобы представлять компанию и быть партнером, да, мы приобретаем лицензию на предоставление услуг компании и полную готовую систему под ключ. Это похоже на покупку франчайзинга Макдональдса, да, когда вы приобретаете лицензию на Макдональдс, вы получаете готовую систему, инструкцию и технологии, по которым вы будете зарабатывать деньги, приобрев эту лицензию. Также наши партнеры получают персональный веб-сайт и доменное имя, полную систему работы, то есть полная инструкция по шагам,
ваши действия, что делать нужно, как действовать. То есть все это включает в себя инструкция наша система. Веб-сайт электронной коммерции, инструкция по работе, по достижению конкретных очень больших результатов, да, то есть тоже система обучения. Профессиональная веб-конференция, и мы в ней сейчас с вами находимся. Продвинутая коммуникационная панель, объединяющая все наши услуги и все наши продукты в единый такой вот центр. Как можно зарабатывать с компанией World? Все очень просто. Нужно развивать сеть и делиться информацией о наших продуктах и услугах с вашими знакомыми, друзьями. И среди них будут появляться как и пользователи наших услуг, так и также партнеры, которые захотят предоставлять информацию о компании и зарабатывать при этом деньги. Первое направление. World Communicate. Global Mobile Network разрабатывает собственную технологию Digital SIM. Это SIM-карта, которая работает на всех мобильных телефонах любой страны мира. Благодаря ей рождается первый глобальный мобильный оператор. Эта SIM-карта имеет свободу в 230 странах. То есть вы можете ей пользоваться в 230 странах мира. 430 доступных мобильных операторов. И 100 стран с единым тарифным планом. То есть, находясь в этих 100 странах, у вас нет роуминга, и вы звоните, где бы вы ни находились, по единым тарифам. И какие-то тарифы, да, мы поговорим чуть позже. Коммуник Сюит, да, то есть это коммуникационная панель, которая объединяет очень много социальных сервисов, такие как Facebook, Google, ICQ, MSN и очень много таких развитых социальных служб, которыми сегодня пользуются большинство людей на планете. Этот список будет увеличиваться. Эта программа похожа на Skype. Называется она SoftSIM, которая позволяет так же, как через Skype, бесплатно разговаривать с друг другом, но также вы можете делать звонки в социальные сети, то есть в одном месте объединены все ресурсы. Также вы можете поставить эту программу на ваш смартфон и также бесплатно общаться с любым человеком. Если вы хотите звонить, не вопрос, есть функция звонка на городские мобильные телефоны, что мы сегодня очень эффективно используем. Софтлайн – это возможность присоединить ваш домашний телефон или телефон общего пользования к нашей единой системе. SoftSIMWeb – инструменты для звонков и сообщений. То есть через нашу систему вы можете звонить на компьютер, например, вашему знакомому, или разговаривать с ним бесплатно, или общаться с любым человеком. Все это находится в одном месте. То есть, понимаете, то есть вам не нужно как бы разрываться на части, у вас есть все в одном месте. Web Meet Live. Также конференц-комната, мультивидеопати. Это видеочат, который позволит вам делать видеоконференции с друзьями. Отправив им ваш сайт, вы сможете видеть друг друга на экране. Все, кто заходит на эту страничку, им не нужно будет указывать или устанавливать программу. Все будут друг друга видеть. Например, в Skype видеозвонки уже платные. Это продукты, которые включены для партнеров. То есть мы не продаем эти продукты. Это наши инструменты для продвижения бизнеса. Как нашего, так и партнерам, которые могут продвигать и свои бизнесы, используя наши инструменты. Но мы не продаем. Мы не продаем наши инструменты. Они входят в пакет для партнеров компании. Наша самая большая инновация – это простота. В IDEP в Global Mobile Revolution центрального входа. Достаточно использовать нашу Digital SIM с эксклюзивным мобильным устройством World Technology. Вот World Technology – это производство мобильных устройств. Вы видите, что компания разработала два своих мобильных устройства. Первый – это картфон для нашей SIM-карты. Так как если вы ставите SIM-карту в свой телефон, вы также можете совершать звонки, но единственное, когда вы звоните на бесплатный номер, то есть вам будет предоставлен номер бесплатный, вы на него звоните, происходит рассоединение, вам перезванивает платформа и предлагает вам ввести номер абонента, кому вы хотите позвонить. Поставив сим-карту в наш телефон, вы звоните напрямую, набираете номер и общаетесь с кем вы хотите, в любых странах мира роуминга не существует, да, для нас. И второе, это смартфон двухъядерный, то есть очень быстрый, рассчитанный на две сим-карты, в него уже интегрирована наша сим-карта, также интегрировано программное обеспечение,
soft team и полностью все, что касается деятельности компании, презентация, инструкция, видеоролики, то есть имея такой телефон, по сути вам больше даже компьютер и не нужен будет. Вы будете показывать ваш телефон, где-то ваш, вы представляете эту компанию, да, вы имеете лицензию на продвижение услуг этой компании, вот ваш бизнес всегда с вами. И самое невероятное, это запуск World at Cash. Это, конечно, как переводится, да, добавь деньги, да, World at Cash, это будет запущено в сентябре месяце 27-го, 30-го числа, вот 4 дня, в Майами и Панаме будет огромное событие, где все партнеры, которые там окажутся, они первыми узнают и увидят, как это будет работать. Почему At Cash это бизнес мечты? Потому что от простого пользователя, который установит нашу программу, ему не потребуется ничего продавать, ему не потребуется ничего покупать. Это вечный резидуальный доход, то есть это доход, который человек будет постоянно получать. Бесплатное пользование для клиентов и аффилиатов. Бесплатное пользование. Вирусное распространение и загрузка приложения. И вот здесь бы я хотел немножко остановиться. Мы все с вами знаем программу Skype. Skype сегодня установлен в более чем 500 миллионов компьютеров. То есть 500 миллионов человек на планете скачали Skype. Вы не видели, наверное, рекламы Skype нигде, и я не видел Skype, рекламы никогда. Но откуда такое огромное количество людей? Все очень просто. Это вирусное распространение вот этой информации об этом продукте. Когда человек, поставив себе эту программу, он говорит, слушай, давай по Skype поговорим, очень удобно, хорошо, и нам не нужно тратить деньги. Наша программа SoftSteam, она также является как программа Skype, но еще много дополнительных сервисов. Но эта программа, которая запускается at cash, это нечто новое, и это самый, наверное, невероятный момент быть первыми. Да? Вы знаете, что никто не помнит, кто третьим или четвертым, да, полетел в космос. Но все знают, что первым полетел в космос Гагарин. И компания Void это своего рода Гагарин на новом рынке. Что это? Это новая уникальная мультимедийная система доставки мобильной рекламы. Facebook, Google зарабатывают миллиарды долларов, но ничего по сути они не производят. Они дают бесплатный продукт. Google дает поисковую систему. Facebook дает свою социальную сеть бесплатно. Но на чем же они зарабатывают свои миллиарды долларов? Почему эти компании самые крупные, если они дают свой продукт бесплатно? Все очень просто, они зарабатывают деньги на рекламе. Когда вы выходите на Facebook, вы видите, с правой стороны у вас есть такая вот рекламка, да, и эта реклама, она уже оплачена, вне зависимости от того, вы посмотрели вы на нее, нажали вы на, сделали клик. Неважно, это уже оплачено. И вот за все вот эти показы Google зарабатывает миллиарды долларов, Facebook миллиарды долларов. Но что вам с этого? И оказалось, что прогресс настолько быстро развился, мобильные телефоны настолько вошли быстро в жизнь, что смартфоны, да, заменив телефоны, даже никто не успел опомниться, как это быстро произошло. Да? Я сегодня вижу людей уже, вот, пенсионеров, и у них смартфоны. Я я в восторге, да, что уже не имеет значения, разбирается ли человек технически, программистом или нет, все могут пользоваться своим смартфоном. И эта ниша оказалась свободна. Никто еще в мире не придумал такого, как задействовать этот рынок и использовать его как рекламу. И AdCash платит пользователям за получение высококачественной таргетированной рекламы непосредственно на смартфон Android. Ну, вы знаете, Android сегодня стоят практически на всех смартфонах, а также Apple и Nokia. Каждый раз, когда они получают SMS или MMS, не от компании, заметьте, не от компании, а именно любые ваши сообщения. AdCash делится доходами с пользователями Affiliate благодаря системе оплата за клик, по которой похожа на Google Ads. Вы видите, партнеры – это бренды, которые уже являются партнерами компании. Это те партнеры, которыми мы будем видеть их первыми. Да? Но потом это будет развиваться дальше. Так вот, модель бизнеса. Приложение AdCash для пользователей. Пользователь – это человек, который зашел на сайт партнера компании и бесплатно скачал себе наше приложение, установив его на свой смартфон,
За каждый входящий звонок, SMS или MMS пользователь получает до 5 центов. За каждого приглашенного друга пользователь получит до 25 центов. Как только будет накуплено $10, пользователь получит дебетовую карту. И остальные свои комиссионные он уже будет снимать со своей карты, то есть нашей карты в любом банкомате мира. Чтобы просто представить, да, как это будет работать, то есть я не могу вам сказать точно, да, вот, но примерно, да, потому что мы увидим в сентябре, но примерно я вам скажу, то есть когда будет вам идти любой звонок, вот кто бы вам не позвонил, что вы делаете? Вы когда берете телефон, вы всегда смотрите, кто вам звонит, потом вы нажимаете ответить. Так вот, вот это пространство, которое между вот, надписью, кто вам звонит, и верхом, да, то есть есть пространство, которое свободно. И компания предложила вам, поставив наше приложение, каждый раз, когда кто-то вам позвонит, вы просто же смотрите, и за это вам будут платить деньги. Те рекламные компании, те производители, чья реклама появится у вас в сообщении, да, когда вам кто-то позвонит. Или пришло смс, или ММС, то есть понимаете, да, то есть вне зависимости. Также будут акции, да, вы можете, кстати, вы сможете нажать, вам нравится, не нравится, если вам не нравится, вы больше никогда не получите данное уведомление. Также будет очень много акций, да, именно для наших пользователей, пользователей Edcash, рекламные компании, производители, они будут делать такие же акции, как сегодня делают Biglion и Groupon, только для наших пользователей нашего приложения. Аффилиат – это партнер. Он может приглашать, устанавливать приложение Edcash и зарабатывать на всех установленных в его структуре приложениях до 20 центов за приложение в неделю. Как вы понимаете, это приложение будет бесплатно для всех. И этот человек, который поставил себе вот эту программку, он будет себе зарабатывать. Единственное ограничение – до $20 в неделю будет в начале. Это сделано для того, чтобы искусственно не накручивался трафик. Ну, то есть будут люди, за которые захотят сами себе звонить, сбрасывать, вот идет как бы вызов, да, то есть к вам уже пришел вызов, за каждый входящий звонок, который вам идет, неважно, ставите вы нашу сим-карту или нет, вы пользуетесь вашей сим-картой, вашим собственным телефоном, вы ничто не оплачивали, вы поставили себе, и каждый раз вы просто вы будете знать. Такого никто еще никогда в мире не предлагал. Это. Такого не было еще прецедента, чтобы... так, звук. Но, может быть, вам стоит написать ваше имя латинскими буквами, но вы меня, наверное, не слышите, да? То есть, ребят, напишите, пожалуйста, пусть имя для входа, когда человек заходит в конференцию, пишет латинскими буквами. Может быть, из-за этого человек просто нас не слышит. Да, вот все слышно. Вот, пожалуйста, вот видите, у кого вот латиница, то есть кириллицей написанное имя, не слышно. Видать, небольшая запись там, где affiliate на 17 слайде. Итак, там 0,20. Да, да, правильно я говорю, 20 центов, правильно, то есть все правильно. Не $20, нет. Это я говорил о том, что будет еще небольшое как бы ограничение. То есть это просто я знаю эту информацию, что до $20 в неделю человек будет получать. Возможно, потом расширят это, да, но до 20. Но я думаю, тоже это неплохо, платить людям за то, что они никогда за это никто не платил, а теперь и будут за это платить. Скажите, сколько людей сможет отказаться от того, чтобы поставить себе на свой телефон нашу программу, и каждый звонок, что бы ни происходило, входящее сообщение к нему, он за это будет получать деньги. Поэтому называется Edcash, добавьте кэш. И каждый человек, вот опять же пользователь, он поставил себе нашу программу. И судя по верхнему слайду, написано, что он сможет еще заработать с тех, кого он лично пригласил. А партнер компании будет зарабатывать со всех вот этих рекомендаций, то есть один, второй, третий, да, вот эта цепочка людей, которая установила себе бесплатно наше приложение, за каждого человека, каждую неделю, вот сколько у вас будет в структуре, 100, 200, 300, 500, 1000, и вот на следующем слайде мы сейчас с вами поговорим, какие это деньги будет приносить, только это приложение, мы не говорим сейчас за нашу связь, за наши сим-карты, тарифы, сотовый телефон, мы говорим только про это приложение. И вот написано, Edcash. Аффилиат, партнер, пригласил 20 друзей, и каждый из этих 20 пригласил одного друга своего. Опять я замечу, что эти 20 человек ничего не покупали. Вы им просто предложили поставить программу и зарабатывать деньги.
каждый раз, не делая, вот он то, что он делал по жизни, он это и делает, он нового ничего не делает. Просто теперь ему будут платить деньги, потому что 5 миллиардов телефонов никто еще никогда не задействовал вот таким образом, и никто никогда еще так не предлагал человеку зарабатывать деньги. Вы видите, что получается 40 активных AdCash Apps. 40 активных AdCash Apps – это 40 установленных программ. Так вот, сеть из 1000 Affiliate может генерировать $8000 в неделю. Сеть из всего 100 Affiliate может генерировать $800 в неделю. Каждую неделю, ребят, вот это бизнес, который будет вам приносить также каждую неделю деньги. Ведь люди каждую неделю будут совершать звонки, и они будут каждый раз получать свои там 5, 10, 15, $20 в неделю. Но кто откажется убрать эту программу, если она ему каждый день, каждую неделю приносит деньги? И для вас это будет приносить деньги каждую неделю. Это кажется фантастикой, это кажется невероятным, что неужели никто до этого раньше не додумался? World GMN – это первая компания в мире, которая это сделала, и мы с вами будем вот, говорится, в центре этих событий. И вся информация и запуск вот этого приложения будет 27 по 30 сентября в Майами. Любой человек, который использует телефон или продукты телекоммуникации, могут приобрести наш бизнес-пакет, который позволит ему использовать и рекомендовать, продвигать наши продукты и услуги. Только партнеры, которые приобрели лицензию, имеют право продвигать наши продукты и услуги. Все остальные, которые просто хотят пользоваться, им не нужно становиться партнерами. Им достаточно зайти на сайт партнеру и выбрать тот или иной продукт, услугу, которым он просто как клиент может пользоваться. Итак, поговорим о бизнес-пакетах. Пакет Pro Pack. Стоимость этого пакета $200. Это дает 100 CV, то есть это деньги, которые идут в систему. 30 плюс $39 – это годовое членство в компании, то есть годовое обслуживание в компании. $200 оплачивается один раз. За что вы платите эти деньги? Это покупка лицензии Pro GMN плюс Communicate плюс Technology, и только сейчас новая лицензия Pro AdCash за $100, да, там перечеркнуто, она уже включена в этот пакет. То есть уже вы получили целый набор инструментов. Также вы получаете персональный домен и веб-сайт. Вы получаете бизнес-платформу электронной коммерции, 12 месяцев веб-конференции и 2 ваучера по $39. Что это за ваучеры по $39? У компании несколько месяцев назад было только 2 бизнес-пакета. То есть первый пакет ProPack за $239 и второй пак, о котором мы поговорим чуть далее, на следующем слайде, стоимость его $440, то есть было $479. Компания сделала следующее, она позволила человеку войти в компанию, как бы стать кандидатом в партнеры, оплатить $39, а потом сделать апгрейд. То есть это действительно очень тоже интересно, то есть такая лояльность компании, что человек может войти, уже занять свое место в системе, изучить и выбрать для себя один из бизнес-пакетов. То есть если человек не планирует становиться партнером и приобретать бизнес-пакет, то $39 ему тоже не надо оплачивать, потому что это ему ничего не даст. То есть $39 это плавное вхождение, а потом человек делает апгрейд. Да? То есть мы ищем партнеров, которые будут продвигать, а пользователи, они спокойно могут пользоваться нашими услугами, и для этого им не нужно становиться партнерами. Итак, что же входит в пакет за $440? 300 CV в объем, вы приобретаете мастер-лицензию на Communicate, на Technology, и уже только сейчас, до запуска AdCash, лицензия мастер AdCash включена в этот бизнес-пакет. Персональный домен и веб-сайт. Бизнес-платформа электронной коммерции, виджет для бизнес-контактов, то есть это программа, которая позволит вам полностью управлять вашим бизнесом и с вашими контактами, партнерами. 12 месяцев профессиональной веб-конференции, то есть, как я понимаю, она практически не ограничена, то есть там стоит ограничение в 400 человек, но я спросил, он говорит, если надо, она у нас бездомная, то есть сколько надо, мы сможем в нашей конференции комнате размещать людей. Это входит в пакет.
Также в этот пакет уже включено 400 минут междугородних и международных переговоров, либо с вашего компьютера, смартфона, либо с помощью нашей сим-карты. То есть, если нет сим-карты, вы можете звонить с компьютера 400 минут, 100 минут в неделю, в 100 стран мира, свободно. Активация дебетовой карты VCash Maestro – это карта, с которой вы будете получать ваши комиссионные в любом банкомате мира. 10 ваучеров по $39. То есть здесь дается до сентября подарочных 10 ваучеров. То есть вы можете пригласить 10 человек, которые сначала станут кандидатами, да, они оплатят $39, только они оплатят эти деньги вам, да, или, может, вы дадите им взаймы, они вам потом вернут, но это вы уже сами решаете. То есть у вас есть 10 ваучеров, и как вы ими распорядитесь, вы сами можете решить. Но по сути, это практически возврат всех ваших инвестиций. Также в пакет вы можете добавить Digital SIM, Card Phone или Diamond Phone. Я знаю, что большинство наших партнеров, они хотят приобрести наш смартфон, так как в него интегрирована SIM-карта, поэтому SIM-карту не заказывают. Но если вы не планируете заказывать наш смартфон, без проблем вы можете заказать нашу SIM-карту, вам она придет домой, вы ее поставите, активируете и будете пользоваться. То есть все работает. Важно, что наша связь работает. Вот. Как я могу прямо сейчас приобрести свой бизнес-пакет мастера или про? Все очень просто. Существуют все практически развитые способы оплаты. Это наша платежная система VCash, PayPal, Visa, MasterCard, Western Union, WebMoney, Яндекс.Деньги, терминалы Kiwi. И также через ваучер созданный World Affiliate. То есть также через ваучер созданный партнером. 10 способов достижения успеха. И о каждом мы поговорим. Первое – это мгновенный заработок. Каждый раз, когда ты рекомендуешь своим знакомым приобрести продукты World Communicate Technology и LeadCash, вы будете получать деньги. То есть эти люди, которые просто хотят быть клиентами, пользоваться, там, приобрести наш, например, у нас два тарифа, да, ключевых тарифа. Первый тариф – это Free World, бесплатный мир, за $30 вы получаете 400. Минут междугородних и международных звонков. И второй тариф — это $99, безлимит, 100 стран мира, полный безлимит, без роуминга, вы можете звонить на городские мобильные телефоны безлимитно. И третий — это $169, это professional, то есть профессиональный пакет. Служба поддержки мне должна прислать описание, как бы отличие пакета между $99 и $169. То есть в чем их отличие. Вот. То есть это основные наши тарифы. У нас также, может быть, кто-то захочет заказать себе телефон, он не хочет становиться партнером. Он как клиент зашел, то есть это ваш интернет-магазин от компании. Вы партнер, у вас есть лицензия, все, вы имеете право продвигать наши услуги. И вы будете зарабатывать мгновенно деньги. Чтобы никто не приобрел, вы с этого получите мгновенно доход на ваш кошелек. Второй – это лицензионный бонус. Зарабатывайте мгновенный бонус $60 каждый раз, когда мастер регистрируется в твою первую линию. И за каждого про ты получишь $20. То есть каждый раз, когда по вашей рекомендации появляется партнер либо на мастер пакет, либо на пакет про, вы получаете такой лицензионный бонус, такой стартовый бонус. Третий, Team Volume Commission. Это еженедельные комиссионные, которые высчитываются от общего количества пунктов, сгенерированных как со структуры лично заспонсированных людей, так и с людей, которых заспонсированы и так далее. Все продукты и услуги, лицензии переводятся в пункты официального плана. Каждую неделю ты будешь получать комиссионные 20% общего количества пунктов, сгенерированных в твоей слабой ветке. Это может быть как правая, так и левая команда, да, вы видите, что у вас всего лишь две команды, то есть от вас идет всего лишь два, и у каждого только два, и все, вот то, что происходит, оно происходит в двух командах, это не бывает одинаково, всегда бывает где-то больше, где-то меньше, так вот с меньшей команды вам будет всегда платить 20% от объема меньшей команды. И здесь есть небольшое разъяснение, да, вы видите, от вас, да, пошли рекомендации. И кто-то приобрел телефон, да, кто-то взял себе наш тарифный план за $30, да, кто-то приобрел себе сим-карту, кто-то поставил AdCash, да, и вы видите, что все это генерирует баллы. То есть каждый даже бесплатный пользователь, да, он также, видите, юзер синенький, да, он также будет каждую неделю вам приносить 20 центов. Он бесплатно поставил себе. Да? Он не участвует в нашей программе, да, бесплатный пользователь, он не стоит в маркетинг-плане, да, вот он, но он получает деньги, да, он получает вознаграждение себе, а для вас это также идет в эту систему баллов, и вы также с этого получаете за всех этих людей каждую неделю деньги.
Как представьте, если бы вам платили за то, что просто люди поставили себе скайп, например, вот 500 человек поставили себе скайп бесплатно и просто используют эту программу. Да? И вам бы платили каждую неделю за то, что они поставили эту программу. Да, это было бы интересно, но скайп этого не предложил, да. Но в нашем случае это действительно работает. Итак, давайте посмотрим на пример. Условия компании – это приглашение двух человек на один из бизнес-пакетов в левую команду и в правую команду. То есть это максимально, это условие. То есть чтобы получать деньги, вам нужно сделать две рекомендации на бизнес-пакет. И каждый, мы возьмем, он не стал перевыполнять план, да? Он решил, ну я приглашу два, то есть, ну и все. Да? И даже если он пригласил только два, и тот пригласил только два за месяц, то через год ваша структура будет насчитывать больше 4000 человек. И здесь нет понятия уровня, здесь нет понятия глубины, потому что вы будете получать по всей глубине. Единственное ограничение, вы видели на прошлом слайде, это 150 тысяч долларов в неделю. То есть вот ограничение по этому виду дохода. Я думаю, ну это неплохое ограничение. Вот, думаю, вы не расстроитесь, если только один доход, как говорится, у нас ограничен, да, но все остальные уже не ограничены. Резидуальный доход. Это доход, который вы будете получать в будущем, не только за то, что люди первый раз купили, а также за то, что люди будут потом что-то приобретать. Вот чтобы они потом не приобретали, да, или пакет, или еще что-то, то есть не первые их покупки, а последующие покупки, да. Так вот, и все последующие покупки также участвуют и дают вот этот ECV и приносят вам доход. И вы видите, что один пользователь от кэш дает вам один CV в нашу систему. Такого, честно, я еще даже не встречал. Unlimited Brick Developing Bonus. Зарабатывай бонус в $20 каждый раз, когда лично заспонсированный тобой мастер, твоя первая линия, заспонсирует своего первого мастера. То есть он получает $60, вы получаете $20. Это такой небольшой бонус, который также поддерживает и концентрирует вот эту дубликацию. То есть каждому нужно пригласить два человека, все. И вот за это вам платят дополнительно деньги. Твоя позиция в организации означает большие заработки. Вы видите, так как это бинарное дерево, и соответственно, если вы регистрируетесь сегодня, вы занимаете вашу позицию в системе. Если вы регистрируетесь завтра, то вы уже станете под теми людьми, которые сегодня зарегистрировались, просто они заняли это место. Понимаете? Поэтому, конечно, здесь очень важно, если у вас есть, ну, бизнес-мышление, то как бы нужно занять место в системе раньше, да, чем здесь окажутся десятки и сотни там, тысяч людей. Поэтому мы сейчас с вами готовимся до AdCash, но у нас уже наши продукты, как связь и технологии, они работают. Шестой вид дохода – это такой денежный бокс, да, который сохраняет для вас 1% от вашего недельного оборота. Если ты поддерживаешь активность 12 месяцев подряд, ты получишь всю сумму, сохраненную за год в твоей копилке. Что такое активность? Для партнеров, которые участвуют в плане вознаграждения, чтобы получать деньги каждый месяц, нужно сделать минимальную активность на месяц, это 20 CV или $30. То есть вы можете приобрести пакет, тариф «Бесплатный мир», да, за $30, 400 минут, и вы полностью активны в системе. И вы также продолжаете зарабатывать деньги. То есть это минимальная активность, которая позволяет нашей системе постоянно быть активной и генерировать доход. То есть, понимаете, да, за счет того, что огромное количество людей может спокойно себе позволить такую небольшую активность. И, соответственно, вы можете в будущем поставить на автомате, и с вашего дохода каждый месяц компьютер будет включать вам тарифный план, 400 минут, и вы всегда будете активны. Пока этой возможности активности нет, но автоматической, мы это делаем пока в ручном режиме. Итак, седьмой бонус – это бонус с поколений. Это бонус, такой классический бонус. Все люди, которых вы пригласили, они являются вашей первой линией. Вот все, что они будут зарабатывать, вот по своему бинарному дереву, вот свои 20% с меньшей ветки, они будут генерировать вот этот доход. К примеру, вы пригласили там вот 6 человек, например, да, ну, возьмем 5 человек, да, просто этот пример мы уже приводим часто, да, 5 человек. Эти 5 человек, например, через полгода кто-то зарабатывает $500, кто-то зарабатывает там $2000, кто-то зарабатывает $10000. Мы возьмем, что общая сумма дохода у этих людей, например, составила, давайте возьмем $10000, да, $10000 сумма доходов людей, которых вы пригласили.
вы заработаете от 10 до 40% от этой суммы. Просто процент зависит от того, сколько вы сами зарабатываете по бинарному дереву. Чем больше вы по бинарному дереву зарабатываете, то есть чем больше объем вашей меньшей ветки, тем больше процент вы получаете с первой линии, и тем больше еще поколений получаете от доходов людей, кого пригласили ваши люди. То есть те, кого пригласили ваши люди, это вторая линия. Они в бинарном дереве могут быть там на сотых уровнях. Но для этого бонуса те, кто вы пригласили первая линия, кого они вторая и так далее. Давайте мы возьмем пример. 5 человек пригласили тоже 5. И получается, что на второй линии у вас 25, на третьей 125, на шестой 625, на четвертой, да, и на пятой у вас 3125 человек. Эти 3125 человек через год, например, зарабатывают, ну, не 5000 долларов, не 500 долларов, они зарабатывают 100 долларов в неделю. И вот ваш доход только от этой линии составит 18 тысяч долларов в неделю. Я думаю, это очень-очень интересно. Соответственно, с каждым годом этот бонус будет увеличиваться и увеличиваться, потому что количество людей, которые начнут зарабатывать деньги, будет увеличиваться. То есть этот бонус в самом начале он небольшой, но он растет с каждым месяцем и увеличивается. И не имеет предела, да, то есть у этого бонуса нет границ, нет ограничений. И вы видите карьерный план. Опять же, я встречаю такое впервые, да, чтобы расти по рангу, да, по квалификации. Вы видите, что каждая квалификация просто открывает больший уровень в глубину процент от получения от доходов людей. Да. Здесь важно только первое, это ваша личная активность на 30 долларов на месяц и объем меньшей ветки. Все, никаких условий больше нет. Вам не нужно, чтобы перейти на какую-то другую квалификацию, заставлять людей, которых вы пригласили, тоже делать квалификацию. Потому что иначе вы дальше не пойдете. Как это есть, ну, в большинстве компаний. Здесь этого не нужно. Только ваш объем, и чем больше объем вашей меньшей команды, тем больше ваша квалификация. Просто класс. То есть это действительно очень-очень правильно. Восьмой бонус – это BMW бонус, это бонус, автомобильный бонус. Почему BMW? У компании договор с BMW, да, то есть у них есть определенные взаимоотношения. BMW отражает стиль и инновации, как бы видение компании, то есть она как бы похожа, да, вот у них есть взгляды общие. И они выбрали BMW и предлагают вам достигнуть квалификации платина, это 5000 баллов меньше ветки, 4 недели подряд, и вы квалифицированы на получение вот этого автомобильного бонуса. Когда компания будет представлена в стране, компания будет в лизинг приобретать автомобиль, будет вручать своим партнерам и оплачивать вот из этого автобонуса, оплачивать уже как бы сама. Пока этого нет, компания вам предлагает следующее. Если вы приобретете машину, вот не старше 4 лет, то компания будет вам выплачивать 1000 долларов в месяц. При условии, что вы продолжаете быть квалификации платина. Ну, платина зарабатывает 1000 долларов в неделю. Да? То есть 1000 долларов в неделю, значит, вы зарабатываете 4000 долларов по бинарному дереву и дополнительно 1000 долларов компания вам платит. То есть, по сути, вам дается дополнительно 20% к вашему доходу. Это вот этот бонус. Это действительно, ребят, очень-очень серьезно. Девятый бонус – это единоразовый бонус за достижение той или иной квалификации. Как только вы достигаете той или иной квалификации, вы получаете этот бонус единоразовый. Десятый бонус – это международные каникулы от компании. Каждый год компания выбирает экзотические страны, экзотические места вот, на 10, на 12 дней. И все преуспевающие люди компании, партнеры, которые достигли той или иной квалификации за счет компании, проживания, отдых, обучение, развлечения, это тоже есть здесь. И вы видите на следующем слайде, да, уже были события в Сан-Паулу, в Риме, вот буквально месяц назад было событие в Сингапуре и Таиланде, как раз вот это годовое путешествие. Именно на этом событии объявили о запуске EdCash. Мы присоединились позже к компании, да, мы буквально вторую неделю как сотрудничаем с компанией, но мы достаточно активно, да, взялись и планируем уже не пропускать следующие, то такие большие крупные события.
Как SPH может изменить вашу жизнь, узнаете об этом в Майами в сентябре. Да, и у нас есть такой промоушен до 19 августа. Те, кто выполнит квалификацию Платина или Diamond, будут квалифицированы на это событие. Получайте ваш заработок в любое время с нашей платежной картой. Это банковская карта, наша собственная. Компания сделала свою платежную систему VCash, и от нашей платежной системы это банковские карты. То есть ваши комиссионные будут начисляться на карту, и вы будете снимать их в любой стране в банкомате. Также у каждого партнера в бэк-офисе есть документ, подтверждающий получение этих комиссионных. И вы можете прикрепить этот документ к налоговой декларации, и также это документ, подтверждающий, что вы получили доход официально, вы имеете лицензию, вы партнеры международной компании, то есть все здесь, ребят, очень-очень четко и правильно. Наше видение в ближайшие 5 лет стать мировым лидером в мобильной индустрии и в области телекоммуникаций. И поверьте, до осознавание этого момента осталось 2 месяца, то есть 27 и 30, ну, я бы сказал 30 сентября, да, это когда весь мир, да, то есть вот, сначала узнают первые, кто будет в Майами, да, а уже весь мир узнает уже позже, да, то есть вот это приложение SCASH, это то, что меня сподвигло, это то, почему я принял решение, да, и начал развивать компанию. Я просто увидел вот этот огромный-огромный рынок, огромный рынок возможностей, это 5 миллиардов телефонов, которые еще не были никогда затронуты таким предложением. И быть первым на этом рынке и распределить между простыми пользователями мобильных телефонов и партнерами миллиарды долларов рекламных денег, я даже не говорю про связь, я не говорю про сотовые телефоны, это у нас тоже есть, да, то есть наш бизнес, мы общаемся с людьми через нашу связь, и говорим им, что ты тоже можешь общаться, использовать наши услуги телекоммуникации, зарабатывать деньги. В принципе, ты это делаешь постоянно. Просто тебе за это еще никогда не платили. А сегодня тебе за это будут платить. Но вот AdCash – это то, чего вообще еще не было. То есть это такой нонсенс, то есть это произойдет настолько быстро, что многие даже опомниться не успеют. Это как Skype. Это такая скорость будет. Это такой будет масштаб. Так как это социальный проект, он для пользователя обычного, он бесплатный. Но деньги в него, в этого пользователя, уже вкладываются каждую неделю, потому что рекламные компании платят каждую неделю, да, деньги. И, соответственно, пользователь получает, вы получаете. И как вы подготовитесь к запуску SCASH, это зависит только от вас. И вы видели слайд, где был просчет. 100 партнеров у вас, значит, вы получаете 800 долларов в неделю только от SCASH. И в том примере только 20 человек, которые поставили программу. Но ведь вы же можете рассказать это любому человеку. Сказать, хочешь поставить нашу программу на свой телефон, и за это тебе будут платить каждую неделю деньги. Кто-то скажет, я не верю. Ну возьми, попробуй, поставь, ты можешь ее удалить, если тебе не понравится. Без проблем. И когда человек увидит, что это реально работает, что это реально начинает приносить ему деньги, он станет партнером компании и начнет продвигать ее так, как это делаем мы. Просто мы уже сегодня предвкушаем вот это событие, мы предвкушаем этот момент и понимаем, что нужно сейчас быть впереди. Это не просто новая сетевая компания, это новый прорыв. Компания называется World, мир. Что еще можно лучше придумать для компании телекоммуникаций? Компания зарегистрирована, имеет юридический адрес как Global Mobile Network, глобальная мобильная сеть, Incorporate. Сейчас компания выходит на франкфуртскую биржу, вы будете видеть курс акций. И есть еще интересный момент, который завтра в 6 часов для уже партнеров, которые минимум аффилейты, мы скажем еще об одной интересной вещи, которая будет до запуска SCASH. То есть нам дали такую потрясающую возможность, да, как бы войти даже в основатели компании. И это интересно. Интересно быть основателем своей собственной компании, да, в которой ты строишь бизнес. И мы для себя где-то нашли красивую компанию, все переведено на русский язык, русская служба поддержки, все четко, полная единая система обучения, дублицирования. Мы проводим презентацию по официальным слайдам компании, мы ничего не придумываем, компания нам все дает готовое, то есть мы предоставляем только официальную информацию. И мы вас приглашаем стать частью Global Mobile Revolution и также вместе с нами поучаствовать в вот этом огромном распределении вот такого большого пирога.
Обратитесь к тем людям, кто вас пригласил на эту конференцию, задайте им вопросы, разберитесь, вникните, ну, не упускайте эту возможность. Все-таки есть информация, к вам сегодня пришла, и вы здесь на этой конференции, значит, стоит копнуть глубже и посмотреть, а вдруг это действительно шанс, который может изменить всю вашу жизнь. У вас есть 2 месяца. У вас есть 2 месяца. Как вы распорядитесь этим временем? Каждый сам решает. Вот. Но любому решению мы будем рады. Спасибо, что вы нашли время. Вы были здесь. И мы готовы помочь вам разобраться и быть вместе с вами на пути вашего успеха. Всего вам хорошего и до встречи завтра в 14:00. В нашей конференц-комнате будет презентация компании World.